Привет, друзья! Я к вам с новостью и предложением. На днях поступило предложение посетить встречу с одним из руководителей Озон, вот, на которой можно будет позадавать ему интересные вопросы, которые, надеюсь, вы будете предлагать. Поэтому оставляю закреп под видео. И пишите свои вопросы, вот, которые хотели бы, чтобы я озвучил. Вот. Возможно, получим интересные ответы на них. Ну, естественно, понятно, что не нужно спрашивать, как мне там пользоваться инструкцией, да, там в трубу ПВЗ, там, или по ссылке, как мне принимать. Ну, реально там какие-то, ну, значимые вопросы. Серьезные, скажем так. Вот. Я думаю, что 3-5 вопросов я точно озвучу. Вот, выберу, озвучу. Вот, и получу на них ответы. Вот. Если получится, даже, может быть, запишу видос. Если не получится, ну, значит, уже от себя как бы прокомментирую. Да, еще такой момент. Все пишем вопросы, да, в комментариях, но есть предложение. Давайте я заведу телеграм-канал, вот, и мы все туда дружно добавимся и будем задавать вопросы. И, возможно, таким образом не только я буду на них отвечать, но и мы все вместе друг другу будем рассказывать, подсказывать и помогать, да, как что, в каких ситуациях делать. Вот. Ну и, естественно, будем все там общаться дружно. Вот как-то так. Значит, по поводу вопросов Озону. Вопросы я оставляю закреп. В закрепе пишите свои вопросы. Отберу 3-5 вопросов 100%. Вот. А по поводу телеграм-канала, ну, просто как бы в комментах пишите «да», «нет». Как бы от этого оттолкнемся. Я думаю, сегодня уже многие заметили, что ВБшка потихоньку меняется к лучшему. Да, у всех возникал вопрос, как же нам понять с вами, какие, значит, возвратные товары можно принимать, да, а какие не можно принимать. До последнего времени это видел только сам клиент, да, у него там в личном кабинете на товаре был значок, вот, треугольничек с восклицательным знаком, где было написано, что товар невозвратный, но мы бы об этом с вами не знали. Вот. С сегодняшнего дня, да, произошло обновление. И теперь у нас уже в личном кабинете в ПВЗшке. Что касаемо именно оплаченных товаров, мы уже видим, у них есть пометка. Можно его принимать, да, возвратный это товар или невозвратный. Да, как бы остается вопрос с теми товарами, которые не оплаченные. Ну, я думаю, что до этого тоже дойдут руки. Но уже как бы попроще становится жить. Вот, пишите тоже по этому поводу, что вы думаете. Ну, любые изменения, это всегда хорошо. Поэтому вопросы по Озону, да, которые хотели бы, чтобы я озвучил одному из руководителей Озона, пишем в закрепе, да, под постом, под этим видео. Ну, а все остальное в комментах, как всегда, ребят. Ставим лайки и дизлайки, подписываемся. Ставим колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Всем пока-пока! Ну, а мы сегодня с моим маленьким помощником ходим, ищем новую локацию. Да, сынок? Всем привет-привет! Или пока-пока, давай помашем ручкой. Нет? Ну, ладно. Пойдем, походим, поищем новое место для Озона. Кто узнал райончик? Ставьте в лайкосики.